Основной урон лесу наносят лесные пожары, деятельность людей как один из факторов среды и насекомые вредители. Так, эпидемия жука-короеда типографа с 2010 по 2015 года в Подмосковье было поражено 74 тысячи гектаров леса. Огромные площади уничтожены лесными пожарами и замусорены людьми. Акция «Наш лес» — это совместная попытка восстановить эти потери. Завтра, 22 сентября, все желающие по чутким присмотрам лесников и при их содействии могут посадить свое дерево и внести вклад в общее дело. Воскресенцы, как всегда, не останутся в стороне. Центральной площадкой в Воскресенском районе станет квартал 59 вблизи деревни Лидино Воскресенского участкового лесничества. Там предполагается высадка саженцев сосны. Также определен перечень других мест, где будут высаживаться липа, клен, рябина, ива, спирея, береза и ель. Воскресенские места посадки определены на улице Кагана, Дзержинского, возле озера Светлое. В сельском поселении Фединская акция пройдет в деревне Рачино. Более подробную информацию можно получить на сайте администрации Воскресенского района. Александр Иванов, Воскресенские вести.